Село без храма – это как человек без души, бездушный человек. И когда в населенном пункте появляется храм Божий, то появляется душа. И это то благодатное место, где ну, мы можем разделить и скорби свои, и печали, и радости. И через молитву человек соединяется с Богом и преображается его душа. И появится здесь храм, я просто уверен, что жить станет лучше. Для старых, конечно, важно. Своя церковь будет. Будем в свою церковь ходить и Богу молиться. Я вот очень рада, что у нас наконец-то появится храм здесь, у Селексеева, что можно будет сюда прийти с горем и с радостью. Вот так что такой праздник чувствуется.